Я не смогу неделю жить без инсулина. Значит, записывайтесь раньше. А раньше нет записи. Есть раньше. У меня сегодня не будет инсулина. Очень плохо. Надо приходить вовремя. Записываться заранее. Я знаю, поэтому выпишите. Я не могла приехать. Я в другом городе была. Вы кидаете мою тетрадку? Да. Вы нормальная? Все, я нормальная. Вы кинули только что мою тетрадку. Запишите мне, пожалуйста. Я не буду выписывать. Вы швыряете мою тетрадку. Запишите. Это что за поведение? Вы взрослый человек. Вы тоже взрослый человек, должны записываться на прием. Меня записала мама, но я не смогла приехать. Очень плохо. Значит, запишитесь и придете. А я не буду принимать. Мне нужен инсулин. А мне надо, чтобы вы... Хоть ты сдохни здесь, не дам. Хоть ты сдохни. Хорошо, что телефоны сейчас имеются. Все, идите сюда. Ваше лицо поближе. Мне нужны лекарства. А мне не нужны.